Всем привет! И начинаем новые небольшие покупочки января. Девочки, старайтесь покупать только то, что надо, а не все подряд, как некоторые. Но, в принципе, в этот раз я могу сказать, что я собой горжусь, так как купила только необходимое. Начну, девочки, с банального, но нужного. Открылся у нас этот магазин Good Farm. Девочки, он мне нравится. Уже не первый раз покупаю там полоскание для рта. Фармакер, вот такой вот, светлые зубы называется это. И еще одна полоскалка вот такого вида. Предостерегает зубы против кариеса. По пол-литра за 10 шекелей. Я думаю, девочки, что это хорошая цена и хороший продукт. И купила я еще вот такую вот интимку. В этот раз я взяла вместе с минералами Мертвого моря и алоэ вера. В прошлый раз у меня была с клюквой, теперь с алоэ вера. Хорошая такая вещичка. Я считаю, что 10 шекелей это нормальная для него цена. Не так, как в других магазинах. Этот же вид продается по 30 шекелей. 30 шекелей, мне кажется, это перебор. Еще новогодняя, скажем так, скидка. Купила вот такой вот наборчик от фирмы Sabon. Let your inner light shine through. Смотрите, какая красивая упаковочка, как красиво они это все упаковали. А все почему? Потому что это было по скидке. И, честно говоря, они очень это не афишируют, но тут на Инстаграм вышла вот такая вот, как сказать, рекламка. И я пошла посмотреть. Можно было выбрать на выбор три вкуса. Или лаванда, пачули, ваниль. Такой вариант. Или деликатный ясмин. Или вот эта зеленая роза. Честно говоря, те запахи я уже пробовала, не особо, а вот зеленые розы нет. И что здесь шло? Крем для тела, зеленая роза. Кстати говоря, давайте посмотрим. Сейчас, секундочку, я боюсь, чтобы скраб не упал. Вот так вот это выглядит. Так, можно посмотреть на него. Очень мило. Получается, здесь 2, 4, 5, 5 продуктов. И шестая вот такая вот лопатка Sabon для вот этого... скраба, body scrub написан. Давайте-ка я это положу и покажу вам, что здесь, потому что я боюсь, что оно все-таки упадет. Девочки, вы любите делать дубль 2, потому что вы забыли нажать на камеру. Это потому что когда вырывается у вас немножечко времени и хочется что-то сделать приятное, интересное, и все на нервах. Ну, не будем о грустном, давайте перейдем к приятному. Значит, крем для тела с зеленой розой, обогащенный 7 минералами. Семью натуральными маслами от нормальной до сухой кожи. Девочки, здесь у нас получается 50 мл. Кстати говоря, тюбик очень мягкий, такой а-ля прорезиненный. Следующим идет крем для рук, для всех типов кожи. И тут уже написано Shea Butter и Aloe Vera. В принципе, как вы видите, тюбики похожи, но все равно между собой отличаются. Тут как бы есть розочки, а тут нету. Следующим идет баночка стеклянная, девочки, она такая тяжеловатая, Body Scrub на базе солей Мертвого моря. И тут у нас получается 320 грамм, ну, девочки, такая вот увесистая. Можно такой баночкой прибить. И идет такая вот милая лопаточка, для того, чтобы его набирать. Лопаточки, кстати говоря, у меня в прошлом не было никогда. Она, в принципе, недорого стоит, но... как-то не доводилось. И следующим идет масло для душа, также обогащенное 4 натуральными маслами. Кстати, как красиво прямо тут выбито Sabon. Кстати говоря, баночка, девочки, пластмасса. Это хорошо, если послать ее в посылку. И здесь у нас идет 300 мл. Кстати говоря, в основном они продают в стеклянных банках. И здесь вставляется такой дозатор, а тут... видите, вот такая вот система. Запах очень приятный, нежный, ненавязчивый. И последний продукт была свеча. Вот в таком красивом оформлении. Кстати говоря, вот это стекло. Запах, девочки, напоминает мне цветов после дождя. Знаете, вот реально цветы после дождя. Очень классная такая свечечка. Но тут, я не знаю, на свечах вообще что пишут, сколько здесь вес у них или что у них тут. Даже не знаю, что вам честно сказать. Я никогда на это не смотрю. Просто если мне нравится свеча, я ее покупаю. А также, кроме этого набора,
я приобрела еще одну такую свечку, так как она также была по скидке, с запахом sweet vanilla. Для тех, кто не видел мои предыдущие покупки, вот так вот она открывается. Потом ее можно использовать как шкатулку. Кстати говоря, девочки, запах обалденный. Там видно ваш воздух. Запах у нее обалденный. Очень такая приятная железная баночка. Вот. Сделана в Израиле. Это наша израильская фирма. Девочки, на этом закончились мои покупочки. И тут же я вам расскажу про подарочки, которые я получила от Леры Forever Addict. Девочки, ни одна встреча с ней не проходит просто так. Конечно же, Мишка, всем известный уже от I Love Revolution, да, от Makeup Revolution. Я выбрала, девочки, черного. По-моему, называется Jet. Eyeshadow Palette, Toy Factory, да, Jet, вот его имя, Jet. Я знаю, что там есть разненькие, розовенькие, золотые, там еще какие-то, да. Вот Name Jet, Star Sign, Taurus, Personality, Cool and Chilled, Likes, Hanging with Friends. Это про меня, но это не мой знак зодиака, это, по-моему, Лев, да? Я не Лев, я Рак. Ну, в принципе, очень близко к моему знаку зодиака. Купали мы этого Мишку, девочки, на распродаже «Черные пятницы». «Черная пятница», «Черный Мишка». И как я пошутила с Галиной Косми Булок, следующим будет «Черный Зайка». Хотя я даже не знала, что там реально будет «Черный Зайка». Она говорит, Аня, там да, будет «Черный Зайка». Я была в шоке, но мне так смешно стало. Поэтому, знаете, как в этом в черном-черном лесу, черный-черный дом, так и далее. Поэтому, я думаю, мы тоже должны собрать линейку всех этих черных прелестей. Вот. И, как говорится, вот смотрите, где он открывается, в самом интересном месте. Девочки, он реально плотно закрыт. Покупала я его, девочки, не для красоты. Пленочка. Реально для красоты. Смотрите, какая красота. Там очень хорошее такое большое зеркало. Мы его прикроем. И получается три цвета в голове. Еще смотрите, сколько цветов здесь. Когда мне Лера показала их, я думала, что это цвета, а вот эти цвета, это как будто бы отражение в зеркале. Она говорит, нет, это тоже цвета. Смотрите, какая прелесть. Свочить не буду. Все свочики, если у вас есть желание, переходите на канал Лера Forever Addict, Галина Космиблог, прекрасная Елена. У всех этих девочек есть свочики на эти мишки, я пока что своего свочить не буду, я его реально купила, девочки, для красоты. Опа, он заваливается, он не хочет стоять. Давайте вот так вот его на бочок, на бочок. Вот. Парочки от Леры. Это маска от Dr. Jart Vital Hydrating Solution. Люблю я все эти штучки. А также, девочки, от Левантики. Обожаю Левантики. В этот раз Лера даже вообще молодчинка, даже приклеила наклеечку. Это шампунь от Herbal Essence. Это наша новинка в Израиле. Баночка не родная. Соответственно, это все от Левантики. Я очень люблю от Левантики. А также вот такой вот шампунчик. Мед и шиар. Мы даже специально покупаем в нашем любимом магазине от Beauty Care баночки для того, чтобы были от Левантики. Чтобы можно было друг другу отливать. А также Hydrating Toner. Кстати говоря, я вам поставляю все фотографии вот этих продуктов оригинальных. Поставляю вам картинки. Я люблю от Левантики, от Кусантики, тем, что реально можно попробовать продукт. Но я это говорю, в принципе, в каждом ролике. Попробовать и понять, нравится тебе, не нравится, нужна тебе полноразмерка или нет. Крем для ног от Dr. Or, это наши местные фирмы. И крем для рук, сирень. Цветы императрицы. Это вообще что-то новенькое. Это я сразу поставлю возле кровати. Я хотела вам показать все, как это получила. Не хотела ничего, как говорится, не открывать, не тестить ничего. И вот такой вот пробничек. Девочки, все вот эти вот продукты я пробую впервые. Буду пробовать впервые. Тут даже, по-моему, у нас написано на русском. Крем для лица. Содержит экстраты центелы азиатской и так далее. То есть, я так понимаю, это как бы такой заживляющий. Она мне подарила вот таких вот две капсулки для, я так понимаю, против пигментации и для выравнивания цвета
кожи на пробу, что это тоже очень классно. Тут, девочки, я так понимаю, что мы немножечко с помад переключаемся на ароматы. И сейчас я вам объясню, почему. Посмотрите, сколько мне Лера подарила отливантиков. Огромное тебе за это спасибо. Также тут между каждым отливантиком я вам поставлю фотографию оригинальных духов. Монгерлен. Кстати говоря, вот эти вот классные дозаторы, их недорого заказывать на Алиэкспресс. А если вы покупаете у нас в стране, к примеру, то в 3 или 4 раза дороже сам вот этот вот, да, как говорится, вот эта колбочка. Gemani Because It's You. Tom Ford Cafe Rose. Девочки, сегодня я его носила. Боже, какой он приятный, какой он нежный. Знаете, он сладкий. На зиму самое то, но он не душит. Kylaine Good Girl. И еще одна малютка. Guerlain Insolence. Девочки, это вот, кстати говоря, вот этих вот даже малюток вполне достаточно, чтобы понять, нравится вам аромат или нет. И теперь, девочки, у нас будет новая стадия проба ароматов. И это еще не все. Я говорю, Лера, мне надо какую-то, посоветуй мне какую-то кисточку для румян. Он говорит, нет проблем, я тебе подарю одну из своих. За что ей огромное спасибо. Кисточка от Real Techniques by Sam & Nick. Я ей уже пользовалась, поэтому, девочки, она тут немножечко грязненькая. А вот, ой, какая прелесть, девочки. Написано Blush Brush. Во-первых, очень удобная. Она очень легкая, она очень мягкая. Обалдеть. Мой сын также ее уже протестил. Поигрался ей, и, как вы видите, живая, ничего с ней не случилось. Прекрасно. Еще раз, Лера, огромное тебе спасибо. Все, кто не знает еще Лерин канал, переходите, пожалуйста, на нее. Лера Forever Addict. У нее шикарный контент. Косметичка в месяц, проект закончить, покупки, декоративной и уходовой косметики. У нее есть много пустые баночки, много чего интересного. Добрый, милый, отзывчивый человек. Вам будет очень-очень приочень интересно на ее канале. Ну и десерт, девочки, всего этого. Также она мне подарила, зная, что у меня очень-очень мало помад, подарила мне помадку от Stellary Long Lasting Lipstick Vitamin E. У меня есть одна помадка от Stellary, но в другом формате, у меня такая более блескучая. Выбор Веры Брежневой в номере «Засушенная роза 23». Знаю, девочки, что это очень ходовой цвет. Сейчас мы попытаемся где-то ее вскрыть. Девочки, еле ее вытащила. Теперь я поняла, почему. Вот эти вот, как говорит прекрасная Лена, антикрашки. Вот они любят, конечно, засунуть эти антикрашки так, что мама не горюй. Хочешь, не хочешь, ты потом саму помаду не вытащишь и сама эту штучку не отклеишь. Мало такая антикрашка, еще такое вот. Ну, я понимаю, конечно, что они не хотят, чтобы люди у них что-то воровали, но я уже осталась без ногтя. Это же надо так приклеить, посмотрите. Даже бумажку эту еле-еле откроешь. Вау. Вау, девочки, какая красота, посмотрите. Написано Stellary. И это кремовая, потому что та помадка, которая есть у меня, она такая блескучая-блескучая. Давайте сделаем все-таки сводчик. Ух ты, боже, какая она прекрасная. Девочки, она очень-очень вкусно пахнет. Смотрите, какая красота. Засушенная роза, да? Да. Ой, какая прелесть. Все, придется нам, девочки, тоже ее использовать в этом проекте, хотя у меня сейчас идет проект люксовые помады. Я знаю, что Stellary не считаются люксовыми, но я не устаю. Мне придется все-таки ее попробовать в один из этих дней. Ждите в проекте «Помада в день». На этом, девочки, были мои небольшие покупочки, а также подарочки от Леры Forever Addict. Давайте еще раз посмотрим на помадку. Посмотрите, какая красота. Сногсшибательная. Девочки, советую вам, в принципе, себе, но заодно и вам. Покупайте только то, что надо. Не затаривайтесь так, чтобы потом не знать, что и куда это девать.
а также потом устраивать проекты, Project Pen, закончить и выбросить и так далее, иначе оно испортится. А также, девочки, очень классная идея от Ливантиков. Это очень классно, когда кто-то один покупает продукт и делится там на 2-3 человека, допустим, да, и, соответственно, что-то получает и в обратную сторону. То есть это получается как бы... Можно попробовать много разных классных продуктов. На этом я заканчиваю. Всем до новых встреч. Переходите на канал Клери Forever Addict. У нее также есть много интересных вкусных вкусняшек. А я с вами прощаюсь. Жду ваших комментариев. До новых встреч.